Уходящий папа римский Бенедикт XVI одобрил кандидатуру нового главы банка Ватикана. Им стал австрийский юрист одного из мальтийских рыцарей Эрнст фон Фрейберг. Как пишут итальянские СМИ, Фрейберг один из самых приближенных к понтифику людей. 54-летний юрист является основателем и директором-распорядителем консалтинговой компании DC Advisories. Назначение его на пост президента Института религиозных дел аналитики рассматривают как попытку консервативного крыла католиков удержать контроль над финансами Святого Престола. Фрейнбергу предстоит стать антикризисным менеджером. Банк Ватикана лишился главы 9 месяцев назад из-за непрозрачности финансовой системы, подозрений в коррупции и отмывании мафиозных денег. Последний месяц государства не принимали к оплате кредитки. Итальянские банки заблокировали все операции с Ватиканом.